В округе завершается праздничная неделя, посвященная юбилею округа. Различные мероприятия были проведены в каждом городе и поселке. Отдельное внимание образовательным программам. В детских садах и школах прошли игровые занятия, спортивные соревнования, тематические беседы, открытые уроки, классные часы, выставки и викторины. В детском саду «Золотой ключик» Анадыря подготовка к празднику началась с реализации тематических проектов. Каждый по-своему уникален и позволяет детям узнать историю Чукотки, традиции и культуру народов Севера. Кульминацией всех мероприятий, проводимых в детском саду, к юбилею округа стал виртуальный концерт, где участники представили настоящий национальный калейдоскоп поздравлений, стихов, песен, признаний в любви к своей малой родине. О малой родине в эти дни говорили во всех дошкольных учреждениях региона. В детском саду «Ладушки» окружной столицы ко дню округа также провели ряд мероприятий. В них приняли участие воспитанники всех возрастов. Там прошла выставка рисунков, тема которой – наша Чукотка. А еще дети с помощью воспитателей поставили небольшой спектакль и выучили стихотворение. Праздновать 90.